This conference will now be recorded. Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем наш мастер-класс «План управления качеством». Меня зовут Вадим Хрычев. Я в настоящий момент являюсь руководителем проекта госкорпорации «Ростех». До этого я был руководителем проекта в Международном банковском институте, где был успешно осуществлен проект по организации процесса дистанционного обучения. До этого я был руководителем проекта в таких отраслях, как телеком IT, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Учебный центр «Специалист» является крупнейшим компьютерно-обучающим центром России. Учебный центр уже более 29 лет на рынке образовательных услуг. У нас уже более миллиона выпускников. Более 35 тысяч корпоративных клиентов, более 60 учебных классов, более 250 преподавателей и более 1000 курсов, построенных в лучших бауманских традициях. Причем наш центр – это, во-первых, гарантия качества, это 100% качество образования будет обеспечивать уникальное сочетание бауманской методики преподавания и современных технологий преподавания корпоративных тренингов. Это всегда гарантия результата, а именно полное освоение знания благодаря системе контроля качества, оптимальному соотношению слушателей в группах и построению поддержки специалистов. Это гарантия сохранения средств организации. Вложенные средства на обучение сотрудника не попадут, даже если он уволится, либо уйдет в командировку. Мы при этом бесплатно обучим любого другого специалиста вашей компании. Это гарантированное расписание занятий. Учебные группы планируются на год вперед. Занятия идут без срывов и переносов. Возможность выбора удобного режима обучения – утро, день, вечер либо выходной. А также это гарантия безопасности, а именно современные комфортные классы, бизнес-центр категории А и Б, пропускная система и охрана в учебных комплексах. Наш мастер-класс связан с таким курсом, как управление качеством в проектах и сервисах. Управление качеством проектов и сервисов. Этот курс находится в дереве курсов по управлению проектами. И в ходе этого курса мы с вами познакомимся как с управлением качеством в проектах, так и в управлении качеством в сервисах. Ну а для этого изначально давайте мы с вами определимся в терминологии, что мы с вами будем называть проектами, что мы с вами будем называть сервисами, да, ну, а именно, что мы будем называть проектным управлением, а что мы с вами будем называть операционной деятельностью. Под проектом мы всегда будем понимать некое временное предприятие, а именно у проекта всегда будет совершенно точная дата начала и совершенно точная дата окончания. В результате проекта мы всегда будем получать некие уникальные продукты, услуги и результаты. Как следствие, это будет движущая сила изменений, и в результате мы будем получать некие новые бизнес-ценности. Ну а теперь, каким образом это можно сравнить с операционной деятельностью? Ну, к примеру, допустим, коллеги, мы с вами производим ручки, допустим, у нас с вами есть некая линия по производству этих ручек, и эти ручки мы с вами будем производить до того момента, как они будут востребованы непосредственно на нашем рынке. У нас с вами не будет какой-то определенной точки окончания продажи этих ручек, да, и в результате мы будем получать некие более-менее постоянные результаты. При этом у нас, конечно, будет какая-то ротация в нашем коллективе, но при этом у нас будет сравнительно постоянная команда. Вот это будет непосредственно операционная деятельность. Мы с вами в ходе курса также познакомимся, каким образом мы будем управлять качеством в этой операционной деятельности. Также познакомимся с такими методологиями, как всеобщее управление качеством, 6 сигм, концепции Деминга, естественно, бережливое производство. Ну, а вот теперь, к примеру, допустим, приходит к нам заказчик и говорит: коллеги, а вот теперь, допустим, мы с вами будем производить фломастеры. Да? Вот для того, чтобы нам с вами производить фломастеры, ну, во-первых, нам нужно будет понять, какие это фломастеры, да? Потом нам нужно будет их спроектировать, нам нужно будет построить линию по производству этих фломастеров, там, выпустить конструкторскую рабочую документацию, да, получить разрешительные документы, в том числе от регулятора. И после этого только мы сможем запустить
фломастер в производство. Вот, собственно говоря, вот это у нас будет проект, а именно будет временное предприятие, как пример, когда пришел к нам заказчик и сказал, там, коллеги, надо, да, запускаем фломастер в производство. И всегда будет дата окончания, когда нам скажут, что в течение определенного времени этот продукт должен быть запущен в производство. Ну и в результате мы получим некие уникальные продукты, услуги, либо результаты. Наш с вами мастер-класс направлен на план управления качеством в проектах. Ну и, соответственно, в ходе нашего мастер-класса мы познакомимся и с лучшими практиками, ну а также познакомимся с методикой, каким образом мы будем разрабатывать план управления качеством в проектах. При этом мы с вами будем основываться на таких стандартах, как непосредственно свод знаний по управлению проектами, а именно руководство PMBOK, а именно американский стандарт по управлению проектами, а именно лучшая практика, которую нам предлагает Американский институт проектного управления. И сам Американский институт проектного управления определяет это руководство именно как лучшую практику, а именно ее нужно будет оптимизировать под требования вашего законодательства. Она выпускается для всех стран мира, их сейчас почти что уже 200. Нужно будет оптимизировать под требования вашей отрасли, бизнеса, вашей организационной структуры и, естественно, культуры вашей организации. Ну а также в ходе уже нашего курса мы будем основываться также на таких документах, как стандарты такой организации ISO, ну и в том числе наши национальные стандарты по управлению качеством, которые также основаны на стандартах ISO. Ну а теперь, что касается плана по управлению качеством, что он будет у нас с вами включать? Ну, совершенно понятно, что в ходе исполнения нашего проекта мы будем проводить какие-то выборочные контроли, мы с вами будем производить какие-то выборочные инспекции. Раз мы будем производить выборочные контроли, выборочные инспекции, естественно, мы должны определить роли, кто именно конкретно, в какие промежутки времени, либо в какое время будут производить эти выборочные контроли, эти выборочные инспекции. В ходе проведения этих выборочных контролей, этих выборочных инспекций, естественно, мы будем проверять совершенно определенные продукты и процессы нашего проекта. Ну, а раз будем проверять продукты и процессы, естественно, мы будем применять определенные инструменты и будем проверять эти продукты и процессы на соответствие неких стандартов качества, которые мы с вами определили для нашего продукта. В этих стандартах качества уже будут определены качественные критерии успеха. Вот, соответственно, на соответствие этих качественных критерий успеха мы и будем их проверять. Ну и ценность нашего плана будет падать, если мы с вами не опишем, какие корректирующие, предупреждающие мероприятия мы будем с вами производить, если по каким-то причинам мы с вами обнаружили дефектную продукцию. Да? И, соответственно, мы описываем, если мы с вами обнаружили какой-либо дефект, да, если мы с вами обнаружили какое-либо несоответствие, что мы с вами при этом будем осуществлять, какие меры мы будем предпринимать. Ну, легко сказать, определить стандарты качества и качественные критерии успеха проекта. А каким же образом мы с вами непосредственно будем это осуществлять? Естественно, само собой, это будет связано с реестром заинтересованных сторон проекта. Ну, а кого мы будем называть заинтересованными сторонами? Заинтересованные стороны – это у нас с вами будут лица, либо группа лиц, либо организации, которые могут повлиять на цели нашего проекта, либо цели нашего проекта могут повлиять на эти заинтересованные стороны. Понимаем, что заинтересованных сторон в крупном проекте у нас с вами будет очень-очень много. Их буквально будет тысячи. Ну и одинаковое внимание каждой заинтересованной стороне, конечно, мы с вами не сможем уделить. И исходя из этого, нам придется их ранжировать. Каким образом мы будем ранжировать? Естественно, по уровню их влиятельности. Чем большей влиятельностью обладает заинтересованная сторона, тем большую поддержку, либо тем больше сопротивления она готова будет оказать развитию нашего проекта. Вот, соответственно, мы будем ранжировать наши заинтересованные стороны. Во-первых, мы с вами их непосредственно выявим, мы поймем роль этой заинтересованной стороны, да? Ну и будем их ранжировать по уровню их влиятельности. И будем собирать требования от заинтересованных сторон, но тут же мы с вами должны с вами хорошо понимать, что
не всегда эти требования будут согласовываться. Более того, скорее всего, в крупном проекте часто эти требования будут постоянно конфликтовать, постоянно. И вот мы с вами в ходе курса посмотрим, каким же образом мы будем работать с постоянно конфликтующими требованиями, да, каким образом мы будем приходить к некому единому пониманию продукта. Ну, а уже непосредственно из этих требований мы определим стандарты. Да, когда будут понятны требования, в требованиях будут уже конкретные марки, к примеру, определенных материалов, там, либо определенных комплектующих. Из этих марок, из этих сортностей мы определим стандарты. Каждому сорту будет определен совершенно определенный стандарт. А в этих стандартах будут описаны уже качественные, количественные характеристики, которым должна соответствовать этот сорт, который должен соответствовать этот стандарт. Вот оттуда мы с вами непосредственно возьмем эти метрики, на основании которых мы будем принимать решение, насколько наша продукция соответствует этому стандарту. Ну а этим метрикам будут соответствовать определенные критерии, либо определенные допущения. При этом, уважаемые коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что обеспечение качества как такового, оно стоит денег, причем оно стоит совершенно определенных реальных денег, которые мы действительно можем и должны с вами посчитать. Ну и что касается стоимости соответствия и стоимости несоответствия требованиям. Что сюда войдет? Ну, в стоимость соответствия у нас, естественно, войдут затраты на предотвращение, а именно, вот, допустим, если нам нужно будет построить линию для производства этих фломастеров, да, то в том числе затраты на оборудование, в том числе затраты на оборудование, которое будет обеспечивать именно данную сортность, именно данную прецизионность, также непосредственно попадут в затраты на предотвращение. Да, при этом мы прекрасно с вами понимаем, что, возможно, при этом нам придется обучать наших коллег новым методикам, новым техникам, и затраты на обучение также попадут в затраты на предотвращение. При этом мы с вами также должны понимать, что, возможно, нам придется изменить какие-то процессы, какие-то регламенты, стандарты, инструкции, и в том числе и документация, и в том числе и соответствующая рабочая конструкторская документация, которая должна будет отвечать требованиям регуляторов, требованиям норм, также войдет в затраты на предотвращение. Ну а также мы с вами должны понимать, для того, чтобы обеспечить определенный уровень прецизионности, для того, чтобы обеспечить определенный уровень дефектов, который у нас с вами уже заложен, для нас с вами будет необходимо достаточное время для выполнения этой операции. Вот достаточное время для выполнения также попадет в затраты на предотвращение, и также это будет стоимость соответствия. Также в стоимость соответствия попадут затраты на оценку, а именно, мы с вами уже прекрасно понимаем, что мы будем проводить некие выборочные контроли, мы с вами будем проводить некие выборочные инспекции. Да? Если будем проводить выборочные контроли, выборочные инспекции, этим будут заниматься совершенно определенные роли. Ну, а как пример, да, у нас с вами должен быть уже некая организационная структура, там, к примеру, некий наш там отдел, либо департамент по управлению качеством, и это совершенно определенные расходы. Не только расходы на выплату там заработной платы этим ролям, в том числе и расходы на инфраструктуру, на обеспечение и так далее. Это все тоже пойдет в затрату на оценку. Далее, когда наши коллеги будут производить эти выборочные контроли, выборочные испытания, это тоже будет стоить денег. Почему? Ну, например, у нас могут быть убытки от разрушающих испытаний, что тоже пойдет в затрату на оценку. Но также, когда наши коллеги из этих отделов департаментов качества будут проводить эти выборочные контроли, выборочные инспекции, они, естественно, будут мешать нашим коллегам, кто непосредственно занимается данными процессами на производстве. И при этом у нас с вами, естественно, увеличится время выполнения этих операций. Это тоже попадет в затрату на оценку. Ну, а что попадет в стоимость несоответствия? Вот в стоимость несоответствия у нас будет попадет как стоимость внутреннего отказа, так и стоимость внешнего отказа. В стоимость внутреннего отказа это будут отказы, обнаруженные в ходе реализации нашего проекта. Да, и здесь также будут совершенно определенные расходы. Ну, к примеру, там, допустим, мы с вами выпустили некую дефектную продукцию,
Да? Изначально нужно ее отмаркировать и совершенно точно идентифицировать. Это будут совершенно определенные расходы. Да? Дальше у нас должно быть либо отдельно отведенное место в нашем цехе, либо вообще отдельное помещение, которое будет называться склад несоответствующей продукции. Это тоже совершенно определенные расходы. И не только на содержание этого склада, но в том числе и на логистику по работе с этим складом. Да, также после того, как мы обнаружили эту продукцию, у нас будет два варианта. Либо мы с вами будем ее дорабатывать, доработка продукции будет стоить совершенно определенных денег, либо мы с вами будем ее утилизировать. Утилизация, даже если необходимо просто выбросить некую дефектную продукцию, это тоже будет стоить денег. Более того, если у нас в продукции будут некие ноу-хау, либо какие-то официальные данные, то утилизация будет стоить достаточно дорого. Ну а также в стоимость несоответствия у нас попадут и отказы, обнаруженные нашим заказчиком, обнаруженные нашим клиентом. Ну и сюда попадут непосредственно те обязательства, которые есть в нашем договоре, ну а также... А также гарантийные работы, которые нам с вами придется произвести, а именно мы понимаем, да, либо мы будем заменять эту дефектную продукцию, либо мы будем ее дорабатывать, и то, и другое будет стоить денег. Ну и самое страшное, что может нас с вами ожидать, это утрата клиентов. Ну и в ходе курса мы такой план пытаемся с вами разработать, в том числе и попытаемся посчитать, во что нам будет с вами, в какие затраты нам с вами будет входить обеспечение этого качества. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что весь мир всегда работает вот в некой такой точке оптимального качества, всегда, да, мы всегда будем выпускать продукцию с теми критериями и метриками, которые нам установил заказчик. Ну и здесь мы будем отталкиваться от двух вещей, да, либо мы будем отталкиваться от количества дефектов, допустим, к примеру, если у нас есть какая-то критическая инфраструктура, и у нас необходимо обеспечить совершенно определенный, не более того уровень дефектов, тогда отталкиваясь от количества дефектов, будем определять затраты на качество, либо напротив, если у нас с вами есть максимально допустимые затраты на качество, да, мы будем определять, какое количество дефектов будет допустимо для нашего продукта. Вот в ходе нашего курса мы с вами также попробуем поработать с этой точкой оптимального качества, также попробуем определиться, каким образом мы с этим будем работать. Какие вопросы накопились на данный момент, уважаемые коллеги? Данный курс предназначен для руководителей проектов, менеджер по качеству, риск-менеджеров, также руководители компаний, руководители среднего и низшего звена. И данные компетенции, они достаточно сильно востребованы на рынке в данный момент. В ходе курса по управлению качеством как в проектах, так и в сервисах мы с вами научимся строить диаграммы бизнес-процессов, формировать управленческую контрольную документацию по управлению качеством, разрабатывать план управления качеством, планировать и проводить инспекции проектного документа либо какого-либо другого артефакта, планировать и проводить аудиты качества, определять метрики, необходимые для анализа качества в проекте. По окончании курса вы овладеете такими навыками, как анализ причин проблем в проекте, использование инструментов управления качеством, ну а также управлением качеством в проекте. И курс будет построен следующим образом. Изначально мы с вами познакомимся с принципами управления качеством проекта и в операционной деятельности, потом познакомимся с развитием принципа управления качеством процессов, как это происходило непосредственно в мире. Далее мы познакомимся с планированием и стоимостью качества, попытаемся сделать план управления качеством и разработаем этот план управления качеством. Далее мы познакомимся с инструментами и техниками планирования и контроля качества, применением инструментов планирования качества. Далее
Мы познакомимся с инструментами и техниками обеспечения качества, познакомимся с планированным мероприятием по управлению качеством и познакомимся, каким образом мы будем производить аудиты качества, ну и познакомимся с тем, каким образом мы будем внедрять методы управления качеством, в том числе и каким образом мы будем развивать систему управления качеством на нашем с вами производстве, в том числе. Данный курс рассчитан на 16 часов. Ближайший курс стартует 3 июля. 3 июля. Стоимость курса 19 300 рублей. По окончании курса вы получите и престижный диплом повышения квалификации, но в том числе получите навыки и знания, с которыми, которые вам крайне пригодятся уже непосредственно для вашего работодателя. Обучение возможно очное, при этом будет как традиционное групповое обучение в классе, будет равная доля участников каждого слушателя, будет визуальный контакт с преподавателем и в том числе с однокрупниками, в том числе будет активное социальное взаимодействие, ну а также будут классические формы занятий, лекции, практические части и групповая работа. Возможно, очно-заочное обучение, при этом будет обучение в группе и, возможно, обучение и в группе, и дома. Возможно, очные консультации с преподавателей по интересующим темам, они будут организованы. Будет интенсивная домашняя работа, будет заочное обучение по видеозаписям непосредственно реальных занятий, ну а также будет самостоятельный выбор темпа обучения, и это более доступное по стоимости обучения. Возможно, индивидуальное обучение, при этом будут производиться персональные занятия, будет самостоятельный выбор темпа обучения, также будет визуальный контакт с преподавателем, индивидуальный учебный план, но такой вид обучения более дорогой. Также возможно обучение в режиме вебинара, при этом будут онлайн присутствие на реальном занятии группы, возможно, будет живое общение с преподавателем и одногруппниками, при этом будет равная доля участия каждого слушателя, будет доступ к видеозаписям занятий, ну и при этом стоимость и качество обучения будет как на очном обучении. Также возможны открытые методы обучения, это будет индивидуальная очная консультация преподавателей, будет обучение по видеозаписям реальных занятий, самостоятельный выбор темпа обучения, визуальный контакт с преподавателем и однокрупниками и такой вид обучения, более оптимальное отношение цены и качества. Что касается открытого учения, вы можете выбирать самостоятельный темп обучения, при этом сохраняется гарантия качества, в вашем распоряжении будут лучшие преподаватели, индивидуальные консультации, ну и неограниченный доступ к знаниям. Также у нас с вами, также в нашем центре есть комплексные программы обучения, это ряд курсов, специально подробно нашими экспертами для полной комплексной подготовки к новой профессии, сертификации либо повышению профессионального уровня в максимально короткие сроки. При этом у вас будет экономия средств, будет стоимость комплексной программы обучения, она будет меньше, чем тот же набор курсов по отдельности. При этом вы становитесь специалистом высокого уровня и сможете уверенно претендовать на хорошую должность и высокую заработную плату. Получите престижный сертификат об окончании обучения. Ну, этот курс входит в комплексные программы. Кроме того, каждому слушателю сегодняшнего семинара дается возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Ну и чтобы ей воспользоваться, необходимо либо позвонить по телефону, либо написать по электронной почте. Ну и я вам сейчас непосредственно в чате предоставлю промокод, по которому вы сможете получить такую консультацию. Сможете получить такую консультацию. Ближайший курс, который стартует по курсу управления качеством в проектах и сервисах, он стартует 3 июля в учебном центре Белорусский Савеловский.
И в результате этого курса вы также получите знания, ну а также получите документы об окончании и либо свидетельство, либо удостоверение о повышении квалификации. Ну а также, если вы пройдете курс, возможно, вы получите дополнительные баллы профессионального развития. Какие есть вопросы на данный момент, уважаемые коллеги? Уважаемые коллеги, я благодарен за ваши интересные вопросы, за ваше активное участие. Спасибо вам большое. С нетерпением будем ждать на наших курсах.